Елена Алексеевна – акушер-гинеколог со стажем. Работает в женской консультации уже 14 лет. За это время отговорила от абортов десятки женщин. Своим трудом очень гордится. Говорит, что каждая сохраненная жизнь – это большая ценность. На гинекологов в женской консультации номер 3 приходится примерно 4500 женщин репродуктивного возраста. Некоторые опасаются рожать. Задача – их убедить. Ипотеками задавлена молодежь. Они не хотят уже рожать. Больше двоих они просто не тянут. Материально это главная причина, больше ничего. Ни психология, ни каких-то. Именно материальная. Женщина одна, она в разводе, она не потянет, естественно. Вот, только материально. Если никаких дальше программ не будет, ничего предприниматься или отменить сертификаты, то, я думаю, будет опять спад. Елена Алексеевна ведет школу матерей, собирает в группы по 10 беременных и подготавливает их к родам. На такие встречи приглашают психологов, юристов, специалистов соцзащиты. Рассказывает, чтобы разубедить женщину делать аборт, нужно быть самой психологом. Если она уже решила, бесполезно. Если сомневается, вот это вот контингент, с которым мы работаем. Как только я вижу какую-то сомнение, все, я начинаю давить любыми методами. Если она сильная, если она волевая, то здесь нужно просто вот как подвести к тому, что это ее решение. Если она по характеру такая инфантильная, здесь нужно как мать пожалеть, вот максимум сочувствия, то есть только вот индивидуальный подход. Каждую из женщин, которая отговорила от аборта, Елена Алексеевна ставит к себе на учет. Наблюдает состояние здоровья ребенка и потом следит за тем, как складывается жизнь матери. Если материальная ситуация тяжелая, отправляет в общественную организацию «Колыбель» за помощью. Очень много работаем сейчас с возрастными. Много возрастных женщин, когда они, во-первых, не ждут эту беременность, потому что уже все вроде бы старость, климакс скоро наступит. И такие женщины очень хорошо беременеют. Много разводов, вторые браки, поэтому именно с взрослыми работаем. С ними потяжелее работать, с молодежью легче. Она более подвержена уговариванию, они все-таки слушают старшее поколение. С 9 по 15 июля в регионе проходит акция «Подари мне жизнь». Она направлена на привлечение внимания к проблеме абортов, профилактики и снижения их количества. В прошлом году в регионе произведено 3344 аборта. В третьей женской консультации от этой услуги отказались принципиально. Мария Смирнова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.